Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свой заказ с сайта Shein. Это мой второй заказ. Мне очень понравились вещи с этого сайта. Они очень классные по качеству, по пошиву, по качеству ткани. Мне поэтому все очень-очень понравилось. Я эти вещи уже постирала, погладила. И покажу вам, конечно же, саму ткань поближе, ну и примерку на мне. Также хочу сказать, что все ссылки на все заказанные мной позиции я вам оставляю под этим видео и промокод со скидкой, что, конечно же, очень приятно. Вот, все вещи мне подошли. Выбираю я по размерной сетке. То есть у каждой вещи там есть, ну, размерная сетка, да, можно посмотреть. И, соответственно, по своим параметрам я уже выбираю вещи. Либо в размер, либо на размер больше. Это еще зависит от того, как я хочу, чтобы на мне эта вещь сидела. Более оверсайз или более по фигуре. Ну, как-то так. Костюм, девочки, вот это моя любовь. Здесь идет дополнительная пуговка. Это вообще супер. Это костюм, получается, тройка. Как он мне понравился. Он просто обалденный. Во-первых, давайте покажу состав ткани. Вот, 80% хлопок и 20% лен. Качество ткани действительно такое вот... Вот смотрите, видите, как льняная. Очень крутой костюм. Мне безумно понравился, как он сидит. Он в жизни более такой... На камеру он более яркий смотрится, чем в жизни, да? Значит, что входит сюда? Во-первых, вот эта рубашка. Рубашка очень классно, мне понравилось, как сидит. Я взяла в размере M, чтобы оно сидело у меня так, ну, как бы объемно было, да, чтобы ничего не обтягивало. Также здесь идет вот такой топ, который сзади на молнии. И вот здесь вот идет вот такая вот силиконовая вставочка, чтобы этот топ никуда не съезжал. Опять же, если у вас большая грудь, да, ну, я не знаю, как будет сидеть, но моей сидит хорошо. И идут брюки. Брюки вообще классные. Они вот здесь вот идут на резинке. Здесь еще дополнительно завязочки, кармашки. Резинка, посмотрите, какая широкая. Это значит, она не будет впиваться вам в... туда, куда не нужно. С завышенной талией, по росту, у меня рост 1,60 м, но сейчас увидите, все вообще отлично. Сейчас я его примерю, потому что вот так тоже непонятно, да, положила и покажу. Костюм обалденный, это будет моя любимая одежда этим летом, 100%. Во-первых, вот этот топ. Ну, опять же, девочки с большой грудью, я не знаю, я не знаю, как такой топ носится или нет, я не знаю, честно. Вот. Он сшит таким образом, что, то есть, здесь вот силиконовая держится, она прям как приклеивается к коже, и, ну, в общем, ничего не жмет, ничего очень приятно к телу, то есть, сидит прям плотненько. Вот, завышенная талия у брюк, соответственно, есть кармашки, достаточно глубокие, можно даже спокойно положить телефон. И вот такая вот свободная рубашка. Рубашка идет, видите, сзади удлиненная, спереди она не, ну, немножко покороче, да. То есть я обожаю вот такие костюмы, потому что можно носить, одеть джинсы и вот эту рубашку на какую-то футболку, майку. Можно одеть костюмом и при этом, как сказать, сюда одеть не топ, а, допустим, майку какую-то белую, базовую или футболку, которая у нас у девочек все равно нет-нет, да и есть в гардеробе, и вот такую вот сверху рубашку. Качество ткани, выделка как лен. Я вот подвернула один рукав, да, чтобы показать. Ну, потому что я обычно ношу вот так. Все. Все вещи так ношу. А вот так вот выглядит, получается, сам рукав. То есть длина... У меня там за браслет зацепилась. Длина рукава отличная, на мой взгляд. У меня рост 1,65 м. И длина брюк тоже хорошая. Было бы чуть длиннее, я бы, наверное, все-таки их укоротила, потому что летом под какие-то такие кейдики, вообще с белым рюкзачком, да, вообще супер. Но мне очень нравится красный цвет такой. Камера передает его ярче, он такой более приглушенный красный. И ткань, вот то, что выделка как лен. Не знаю, насчет того, как быстро будет мяться, наверное, все-таки не как обычный лен. Я, по крайней мере, надеюсь. Но костюмчик вообще классный, скажите. Мне очень нравится. Вот такой вот классный, яркий купальник я взяла.
тоже будет отлично смотреться на загорелой коже. И да, девочки, моя фигура не идеальная, но это не значит, что я не могу себе позволить ходить на пляж и загорать. И это не значит, что я себе не могу позволить носить раздельные купальники. Мне как-то писали, что с моей фигурой только в слитном купальнике. В слитном купальнике я буду ходить после 90. Вот когда мне стукнет 90 и выше, вот тогда буду ходить в слитных купальниках. А сейчас я буду щеголять вот в таком. Очень классно. Я оставила вот эти бирочки. Я взяла в размере M. На самом деле угадала, потому что он не пережимает, сидит вот так, как нужно. Значит, так, лиф. Здесь идет вставочка вот такая, смотрите, но это не поролон. Во-первых, ее можно вытащить. Она тоненькая, видите, какая? То есть это не пушап, а просто вот такая вставка, что если вдруг вам стало холодно, то это никто не заметит. Вы поняли, о чем я, да? И вот эти вот все штучки, они металлические. Вот такая вот идет защелка. Это очень хорошо, что металлические, а не пластиковые, потому что пластиковые быстро ломаются. И здесь тоже лямочки регулируются. Вот такие металлические штучки здесь. Идут вот такие, ну, как бы косточки, да, в принципе, и все. Вот. Ну, это вставочка, как не вставочка, да. Вот. Тоже примерю, сейчас покажу трусики. Получается с такой завышенной талией, да, получается. Вот. Ну, и сзади они, соответственно, вот так. Так, ну и теперь этот купальник. Немножко мне надо подтянуть лямочки. Я не знаю, как насчет большой груди, девочки. Я думаю, что надо на размер побольше брать, я так предполагаю. Но в общем и целом он мне очень нравится. Такой яркий. Конечно, на загорелой коже он будет смотреться намного лучше. Может быть, на фигуре получше будет смотреться лучше. Но как бы, что есть, все ношу с собой. И вот так вот, выглядит этот купальник. Очень классный, кстати, очень такой мягкий, удобный, косточки не впиваются. Ну, поносим летом, посмотрим. Следующая вещь, это уже для дома. Вообще здесь целый прям комплект. Во-первых, вот такой классный халатик. Он сделан из такой плотной ткани, очень плотный. То есть швы все ровненькие, как вы видите, такие бежевые, вот в такой цветочек. Соответственно, идет к халатику пояс, и здесь есть вот эти вот ушки, да, для него. Значит, и к нему идет в комплект вот такой топ, очень, кстати, классный, подойдет, мне кажется, на любую грудь. Здесь тоже вот металлические вот такие штучки, ну, регулировать, да. Дальше идет сорочка, вот такая. Кстати, в халатике, вот забыла сказать, здесь еще идет внутренняя вот такая, ну, чтобы не распахивалось, да, внутри завязывать. Значит, вот такая сорочка. Тоже, мне кажется, на любую грудь подойдет, потому что здесь такие выточки. Она такая, ну, не сильно длинная, но нормальная такая. Все, что нужно, прикрывает. И идут брюки вот такие и шорты. Я вам сейчас все это, девочки, тоже буду примерять, показывать. Вот такие шортики. Тоже на резиночке. Они как бы получаются такой завышенной талии. Резинка здесь не тугая. Очень хорошо растягивается легко и хорошо держится. И, соответственно, брючки. Брючки внизу тоже сделаны вот с такой окантовкой. Комплект просто идеальный. Значит, я взяла этот комплект в размере S. И по составу, ну, наверное, это полиэстер, да. 95% полиэстер и 5% эластан. Действительно, ткань немножечко тянется. Ну и расцветка мне очень понравилась. Очень такая. Для дома вообще идеальный комплект. Просто огонь. Хочу еще какой-нибудь такой же, только в другой расцветке. Итак, теперь вот этот домашний комплектик. Очень он классный, приятный к телу. Девочки, вообще потрясающий. Мне очень нравится вариант вот с этими брюками. Не знаю почему. Мне кажется, ну как-то вообще супер, да? То есть халатик можно завязать. Завязать, да, и смотрите, какая красота. Девочки, очень красивые, получается вообще недорого. К одному халатику у вас разные комплектики, меняйте как хотите. В общем, супер. Брючки, завышенная талия у нас получается. Вот такой они длины. И вот такой вот у нас получается топ. Тоже достаточно длинненький, классный. Не знаю, мне кажется, под любой размер груди, потому что здесь вот, ну, такая выточка.
Кажется, под любой подойдет. И халатик. Вот такая длина рукава. Моя любимейшая длина рукава. Просто супер. Давайте сейчас еще одену шортики. Вот так вот это выглядит с шортиками. Шортики очень классные. Мне очень нравится то, что здесь сделана вот такая тоже штучка. Очень симпатичненько. То есть маечка достаточно длинная. И вот такие вот коротенькие шортики тоже с халатиком. Супер. И вот у нас получается теперь с сорочкой комплект. Слушайте, ну супер вообще, девочки, от всей души советую. То есть, видите, халатик получается длиннее сорочки. Сорочка вот так. Очень приятная к телу, ткань плотная, как вы видите, не просвечивает ничего. Отлично сидит, немножко тянется и класс, да? Слушайте, ну очень классно вообще. Мне так нравится просто. Я теперь дома красотка. Ну вообще, я очень люблю домашнюю одежду, я люблю наряжаться дома. Поэтому для меня это, конечно, вообще супер. Надо какие-то еще тапочки красивые ко всему к этому делу, да, такие тоже шелковые какие-нибудь купить. Угу. В общем, вот такой вот у меня получился заказ. Мне все вещи очень понравились. Не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. И также промокод со скидкой, которым обязательно воспользуйтесь, если будете делать там заказ. Ну, а я на сегодня с вами буду прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч!